В Сергиево-Посадском городском округе сотрудники полиции раскрыли кражу имущества. В дежурную часть УМВД поступило заявление от 54-летнего местного жителя о том, что из квартиры в доме на улице Бераунская неизвестный совершил кражу телевизора и мобильного телефона. Сумма ущерба составила более 20 тысяч рублей. Сотрудниками отдела уголовного розыска в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступления установлены и задержаны местные жители 35 и 40 лет. По данному факту следователям Следственного управления УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 Уголовного кодекса Российской Федерации кража. Подозреваемым избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Вы стали жертвой домашнего насилия? Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жертвам семейного насилия обязательно обращаться в правоохранительные органы, чтобы обезопасить свое здоровье и жизнь, а также избежать в дальнейшем серьезных, неисправимых последствий. Если вы все же стали жертвой бытового преступления, незамедлительно обращайтесь в дежурную часть УМВД по телефону 8 496 548 39 112 или по телефону Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Сергиево-Посадского городского округа 551 51 53, а также по телефону доверия ГУ МВД России по Московской области 692 70 66.